Всем привет! Вчера у моей команды 2Z состоялась игра против команды Wings & Chantix за выход в плей-офф. В данном видео я бы хотел рассказать, как эта игра выглядела от моего лица. На самом-то деле катка была вообще не плотной, то есть я ожидал от Wings & Chantix больше сопротивления, но что вышло, то вышло. В общем, всем приятного просмотра. Хочешь кучу донатного оружия на новичках и быстро прокачаться до ветеранов? Сейчас я расскажу тебе 4 способа, как это сделать. Но сначала вам нужно зарегистрировать новую почту на Mail.ru. При переходе по первой ссылке ты получишь сет боевого снаряжения на все классы, а также имба-пулемет на месяц. Не забудь забрать снаряжение из корзины предметов на сайте. При переходе по второй ссылке вы сможете получить донатную пушку из серии Кудзе на выбор. Всем советую выбрать пулемет РПД Custom. При переходе по третьей ссылке ты получишь донатные пушки, и ты сможешь с легкостью уничтожать все на своем пути. При переходе по четвертой ссылке ты получишь пушки серии Неон и випку на 7 дней. Как только вы докачаетесь до 11 ранга, у вас появится возможность получить золотой донат или Крис Кастом СК Альфа. Все ссылочки в описании. Я ящик взял. Блин, блин, прошу пух. Найс, уходи, уходи, Стас. Сейчас включаю, уходи. Верху у меня. У меня наверху. Наверное, там же нет. Найс, хорош. Я там Атис есть. Поём, гаджет. Лёха, помоги мне, блядь. Лёх, помоги, забей, вдвоем примите на изи. Просто принимайте. Найс. Раунд выигран. Все бойцы противника убиты. Да, а, поражали. Трое, трое, четверо. Бля, один хп там трое. Да, все. Еще, хорош. Он на 50, он на 50. Такой пиздец! Я минус 4. Установить. Хорош, братан. Ну ты бы сел, я бы... Бомба взята. Я уже жду видос, как тузы попали в плей-офф, блядь. Граната пошла! Не знаю, нормальный, нормальный смог. Меня уронили. Я жду врывок, типа, лицо. Возьмите, выйдите. Возьмите выход. Я рядом. Один наверху, один узкий. Я разлез. Узкую резь в упоре. Пацаны, прожмите одного меда в упоре. На холдай всё, давай. Под флэш, под флэш. На холдай всё. В упоре, найс. Хорош, лучше, наверху. А нет, уже упал, походу. Я вы его убили. Раунд выигран. Чё там? 70, ещё все они там, Лёха, что там закрывают? Там тенч. Инжан добить. Вот так вот, дядя Монтон. Ну-ка. Наверх не лезут тебе, Лёха. Нет, под тобой, на тебе, на тебя залез. Лёха, на тебе, к тебе. Все бойцы противника убиты. Мы победили. Дерки, Стас, я даю. Окей. Ещё там что надо? Справа, значит. Наверх, двое вверх, Лёха, надо. Ещё вверх. Вверх, вверх, вверх. Мы выиграли раунд. Найс. Хорош, пацан. Хорош, понял, пацан. Они вдали резко. Можно хайшку дать, выше хайшку как-то обои ворвём. Таднёрки лучше, выше. Он через 5 секунд только резнет. Ещё. Справа. Да ещё. Ещё. Всё, ещё справа. Да, я попал. Может отойти похилиться? Да, уйди в респу или бронь дай белки, все, еще с всеми давай брони. Они в спину идут, подожди, надо спину принять, они сейчас пойдут хлопануть. Да, слышу, они вот где ящики бегают. Бомба установлена. Матон, я тебя слева взял, возьми себя право. Трое КВ. Трое КВ. Да два КВ еще! Один КП, один КП. Блять. Флешечку дал, Лех. Дезгром, блядь, дезгром. Лучше, блядь, братан. Дезгром в плюсе закончил. Он без брони, пацаны, он без брони. Отвечаю, без брони. Он без брони. Я не попал. Wildcard! Ты тебя заслушал, Лёха, или это ты было умер до того? Это было очень плотно, я ебал, просто...
Я вас пиона убить, они прям толпой на меня навалили. Так, они, кстати, все... Сейчас через... Если тебе данное видео понравилось, обязательно поставь лайк. Тебе же все-таки не сложно, а мне все-таки приятно. А тебе, мой друг, я хочу лишь пожелать удачи и пока.